Добрый день, с вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Обсудим очень такие кризисные, сложные дни с 10 по 14 июня 2024 года. Тут работают квадраты Сатурна и Плутона. Нужна сила воли, смирение и усердие. Это уже сразу себе отметим. Сатурн квадратит Солнце, Меркурий и сожженную, ослепленную Венеру, превратившуюся в неудовлетворенную, жадную, бестактную старуху. Сложно проявить себя. Препятствие. Тяжело идет общение, запоминание. Это порождает недовольство, порождающее разрушение хозяина таких мыслей. Круг замыкается. Наш избыточный потенциал, чрезмерное внимание к чему-то или кому-то, внешние силы будут пытаться схлопнуть, привести к равновесию. Поэтому искусство маленьких шагов. По Сатурну мы планируем и потом упорно, по чуть-чуть идем к цели. Подтверждая свое намерение фундаментом. Испытания, плохое самочувствие, зубы, хронические заболевания, запоры, разочарование. Кстати, разочарование – следствие наших ложных эгоистичных ожиданий. А ведь Сатурн на самом-то деле, он проверяет нас сейчас на стержень и закаляет. Примите это с радостью. Сатурн побуждает взрослеть, начать брать на себя ответственность, начать мыслить стратегически, видя последствия и отвечая за них. Предположим, наша Венера сейчас разрывает какими-то хотелками и не понимает, как потом впадет в зависимость от желаемого, станет рабом. Меркурий провоцирует интригами, затягивает повседневной рутиной, бюрократией, порождает черствость, грубость, бездушие, боязнь перемен, узкость. Это отражается, конечно, на нервной системе, легких, горле. Венера и Меркурий ненасытны, неадекватны сейчас. Венера и Меркурий за Солнцем плетут в тени коварный план захвата в силки, в ловушку. И Сатурн это все останавливает. То есть на самом деле Сатурн останавливает неадекватных Солнца, Венеру, Меркурия и дает возможность осмыслить, обдумать, просчитать. Он создает возможность для герметического возделывания в алхимической реторте через возгонку, одухотворение, чтобы снова и снова суметь задать вертикаль, вектор вверх, к небесному, нетленному. В эти дни от нашей квадратуры Сатурна на Марс выстраивается еще и, ко всему прочему, фигура дротик. Угу. То есть все как по нотам. Дротик – фигура из двух полуквадратов и квадрата. Дротик указывает на тот дом Натала, где происходит скрытое разрушение души. Это 1-2 градуса Тельца, вот в том районе. Дротик, естественно, добавляет напряжение, создает напряженное поле, в принципе, которое может прорвать авариями, например. Поэтому быстрая реакция, проработка в любом случае будет через квадраты Сатурна. Важно преодолеть внутренние препятствия, барахтаться в возмущениях, недовольстве миром, особенно на квадратах таких, только породит угнетение и еще больше усугубит ситуацию. В то же время напряженный Марс в квадрате к Плутону. Выяснение отношений, конфликтность, реакционность, жесткость, преступность, насилие и аварийность.
аспект крови, убийств, преступлений, террористов, военных всевозможных обострений и манипуляций. Поэтому, во-первых, мы не впечатляемся. И понимаем, что инстинкты, мозги и воля, как лебедь, рак и щука, в разные стороны сейчас направлены. Поэтому мы контролируем себя и заземляем ту же злость. А есть еще оборотная сторона, жертва, которая ищет своего этого маньяка. Себе отслеживаем, выслушиваем, делаем всевозможные визуализации и как-то договариваемся с этой жертвой, чтобы она перестала так себя вести. Но это надо отследить. Вспоминаем сюжеты середины февраля 2024 года. Они именно сейчас достигают обострения и прорывают. Поэтому нужны усилия по их проработке. И стратегия, последовательность. Кстати, про нефть и цены на всякие там акции нефтяные. Это все манипуляция на таком аспекте. Озабоченность Тайванем. Редкоземельные металлы там. То же самое. Мы не впечатляемся, а продолжаем делать то, что должны. Самодисциплина, дипломатичность, выдержка сотворят великие дела. И противника мы уважаем. Это все наши учителя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в личку в Facebook, будем вместе разбирать ваши натальные карты, вместе искать предназначение, исследовать кармические долги, почитать наши разборы. Очень рекомендую в Telegram и в Instagram. Это наша с вами дополнительная площадка для разбора самых сложных аспектов каждого дня. Обратите внимание на адрес моего телеграм-канала, вот только такой и никакой другой. Скачивайте наши астрологические календари и ингрессии планет, скачивайте и будьте синхронны божественному плану. Ссылки, как всегда, в описании к этому ролику на канале YouTube, там же и список самых интересных и важных аспектов 2024 года. Будьте умничками! С верой в вас и любовью. Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Пока-пока.